Так, Харьков, 30 апреля, 17 год, университет, стекляшка, так, и это у нас скрипач на крыше перенесен на другую крышу. Был он на площади Конституции, потихоньку скрипач на крыше превращается в Карлсона, который живет на крышах. Влево-вправо. Что-то происходит на площади. Перекрыли, я смотрю, Сумскую. Сейчас посмотрим, что там происходит. А, господи, сегодня ж марафон. Какой там третий международный? Апреля, 17 год, Харьков. Харьков, 4-й международный харьковский марафон. Сумская по этому поводу перекрыта. И не только Сумская, я так понимаю. Да, вот такая красота. Градусов 25 тепла. 23 с утра было. Кто поверит, что 10 дней назад было минус 6 в Харькове и лежал снег после снегопада. Да,
Забыл я про марафон совершенно. Заработался. Сейчас ночью сегодня с работы пришел, и вот это все из головы вылетело. Да, людей, конечно, сегодня воскресенье. Погода просто прекрасная. Вот отсюда еще. Тут полиция. Ну, красота. Скейтбордисты. Да, ну Сумская, в общем-то, достойна того, чтобы ее снять в таком походном режиме. Из 12, по-моему, основных достопримечательностей Харькова, официальных, так сказать, наиболее известных, абсолютное большинство находится именно на Сумской или в пределах прямой видимости. Успенский собор. Зал Украина. Остались у нас позади, но Успенский собор в кадре был с самого начала. Прям переселение народа. Да, что там из достопримечательности еще? Оперный театр, зеркальная струя. Просто друг напротив друга стоят. Площадь Свободы. Thank you.
А вот этого не видел. Красота. Есть ждун, а это видно лакей. Палац Содружения пропустил, да? Да, редкое удовольствие походить по Сумской пешим, без машин. Ну еще 20 будет, 20 мая будет велодень, уже не помню какой, в Харькове 10-й был уже, то есть 12-й, наверное, 13-й. Алло. Да, я иду. На Сумской, возле Сумского рынка прохожу. А вы где? Так сбавляйте темп, ребятки. Давайте. А, ну отлично, я же скоро иду, подхожу. Да. Да, ну, красота. Господи, все что? Все можно снимать. Все красиво, все прекрасно. Бедненьким марафонцам, конечно, жара точно не помогает. Совершенно очевидно, все рулят в парк. В парк Горького. И только участники марафона игнорируют еще одно чудо Харькова. Им сейчас точно не до него. Ну, можно было бы, конечно, и полицию не гонять под носом у бегущих марафон. Есть же у нас велополиция, вот пускай бы. Не травили газами, а если и травили, то естественного происхождения.
Чудесно, чудесно. Так. Вон уже и парк Горького. Делов-то 10 минут пешком от университета, от стекляшки. Да, сейчас, наверное, в парке Горького яблоку негде будет упасть. Могу себе представить, после такого резкого перехода от снегопада к лету совершенно не укладывается в голове. 10 дней назад снегопад. Минус 6 20 числа была с утречка. Десять дней назад было минус 6. А сейчас жарко даже в шортах. Да, ну, марафон 40 километров, 42, по-моему, да? Между чем там? Между Афинами и марафоном, и городом марафон. Так, по-моему, если марафон это город, а не какой-то поселок был на тот момент. По Харькову поперекрывали много чего. Дабы уместить эти 42 километра, а не зацикливать это все бегом по кругу. Так. Вот и парк Горького. Ладно, пойдем так. Я уже возле входа в парк. Вы где находитесь? Я не... Какая разница по какой? Ты мне скажи, где вы сейчас находитесь. Я понял, хорошо, давай. Я возле входа в парк. Так, что у нас? Да, так я говорил, правило один.
потом еще о чем-то говорил. В общем, Велодень тоже будут перекрывать город. И тоже довольно приличная его площадь. Автолюбители помянут в очередной раз велосипедистов не злым тихим словом. Так. Ну, чего и следовало ожидать. Народа просто... Алло. Я вот стою прям, я прошел вход только что. Вот белочка, вот прямо передо мной. Скоро будет у меня. Я стою возле этой белки. Все, да, да, найдете меня здесь. Давай. Вот это оно. 30 апреля 17 год. Харьков. А, это же марафоны прямо здесь проходят еще. Ну тут прямо бег с препятствиями. Не пойму, а чей это флаг, помимо украинского. Ой, волонтеры бедненькие, никак не уговорят народ. Дать ходу пароходу. Так, это, наверное, будет единственная возможность увидеть весь парк и сразу. Так, это мы здесь. Средневековая площадь. Подожди, подожди, на какую? Что это такое? Это абрикосы, да? Цветут. По газонам не ходить. Мы Валере памятник поставили. Какому Валере? Кто такой Валера? Я улитку свою так назвал. Ты назвал улитку Валерой? Да. А отчество ты ей не придумал? Если у нее есть имя, а должно... Да? Вот так? Ух ты! Лавочка на ремонте. Я так понимаю, ее бобры съели, да? Да.
Ой, красота какая. Вы здесь будете? Хорошо. Спасибо за чистоту. О, какой-то японский сад камней. Да, а где тут примечательные эти скульптуры? А вот они. Вот они. Не лезь туда. Не понял, это же 2 часа, что ли? Ничего себе. Вот это да. Колесико какое. Ну что, сначала убрали раму, потом одно колесо. Скоро просто люди на спицах будут кататься. На одной спице. Так. А что я хотел? Я хотел. Озеро. Да. Я там в Брюсселе есть писающий мальчик, а у нас в Харькове есть писающая девочка. Прекрасно. Так. По газонам не ходить, придется петлять. Ой, ну тут вообще одуванчики. Это была моя любимая мама. Не включили его еще, что? Ага. Это у нас скалолазы. Как же он называется? Веревочный городок он называется. Он для таких, как я, написано специально. Очень популярные аудитории. Аттракцион очень популярный. Что я хотел? А хотел я сейчас буду кататься, да? Я ж мелкая.
потрясающий вид транспорта. Добраться из точки А в точку А за какие-то деньги. Разве не прелестно? Да еще и покричать. Надо будет обязательно сходить. Вот оперчивые мальчики. Там у нас кинотеатр. Памятник к велодню готовится. Что-то не помню такого. Новенькое что-то, или просто мимо я проходил. Не обращал внимания. А, вон кинотеатр. О, ракетка как у меня. Ну, по крайней мере, натяжка струн точно как у меня. И лицо как у меня после подачи. О, а вот же и подача. Где он? Нету. Так, небольшой тайм-аут получился. Дерево посадили Татьяна и Андрей Степаненко. Красота. Ух ты. Дерево высадил Григол Катамадзе. Надзвичайный и полномочный посол Грузии. Очень любопытно. Да. А то она там рассказывала. У него здоровье, все. Дерево посажено на годовщину свадьбы. Судя по количеству деревьев в этом парке, в Харькове предостаточно послов различных стран, а также людей, готовых сочетаться узами гименея. Мерлин Монро. Красота. Особенно педикюр. Давай, газуй. Ух. Еще какой-то фонтанчик. Это сейчас а мне символ города. А, нет, не символ города. Герб города Харькова, рог изобилия. Их кадуций, кадуцей.
в жизни выучу, как он правильно звучит. Я ж там. Так, это у нас канатная дорога. И можно с уверенностью сказать, что пешком дойти до конечного пункта на 23 августа, там деревянка, можно было бы быстрее, чем дождаться этой очереди. Ты представляешь? О, он на карабатике. Что-то не вижу. Нашли чем себя в очереди развлечь. Оп. Оп. Ну а почему нет? По газонам не ходить. Ну. Не сидеть не написано. Формальности соблюдены. Да, ну канатная дорога, конечно, того стоит, чтобы по ней покататься. Так, вон наше озерцо. Это у нас туалет. Это, наверное, единственный в Харькове бесплатный туалет, это в парке Горького. Ой, красота какая, я не могу просто. Еще раз говорю, сегодня 30 апреля 17 года. Харьков. Отходят. От 10 дней назад был снегопад у нас. Минус 6 было 10 дней назад. Повторял уже, еще раз повторял. Просто как-то диссонанс такой. 10 дней назад минус 6 я на работу шел, а сейчас у нас градусов 25. Ну, я думаю, видно по людям, в чем ходят. Видно по природе, что уже жарище. Так, и вот он наш до очереди. Как-то я уже отвык от очередей с 80-х-то годов. Давненько не видел. Ой, лебеди. Сейчас на жаба. Жаба грызет гранит науки. Наверное, так. Еще одна съеденная бобрами лавочка. О, медвежоночек. Не как стерха. Тут своя ловля.
Колесо обозрения, конечно, в обязательном порядке надо посетить, в обязательном. Вид оттуда просто прекрасный. На чем они там висят? Лебедушки. На лебедках. Лебеди на лебедке. Корабль какой, ух. Сколько народа, караул. Мужчины предпочитают гитару, потому как роялем пузо не прикрываешь. В основном это все на ногах. Начинай, пружиночка пошла. Ох ты, блин. Это фитнес. А это, видимо, марафон. Маленькая дорожка для марафона. Отсюда пора текать.
Да. Просто прибывает и прибывает. Где-то здесь должны быть марафонцы. Бедолашные. По тем марафонцам, кто на площадь Свободы прибудет в пятнах краски, будет понятно, кто из них действительно пробежал всю дистанцию. Ладно, сделаем, наверное, перевернуться. А то уже устала рука. Меня. 30 апреля, 17 год, Харьков, Парк Горького, 15:48 по Киеву. Да, народу, конечно, тут. Сегодня в Харькове и 4-й международный харьковский марафон. И праздник Коли, по-моему, наверное, называется. Давайте только организованной группой. Да. Народ подходит, но кому-то уже пора по домам. Да, видно, что люди поучаствовали в мероприятии.